Минздравом Тувы проводится ежемесячный мониторинг случаев завышения цен на жизненно необходимые лекарства. Так, региональное министерство предоставляет информацию по ценообразованию лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптечных учреждениях республики. Мониторинг цен на выборочно отобранные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, реализуемые аптечными организациями республики, за февраль 2018 года показал, что цены изменились таким образом. По сравнению с декабрем 2017 года цены на лекарственные препараты вышеуказанного перечня по Кызылу повысились на 2%, а по районам республики повысились на 4,4%. Итого, по республике в среднем повышение цен составляет около 3%. По сравнению с январем 2018 года цены на лекарственные препараты в столице республики повысились на 0,22%, а в районах на 2,57%. Итого, по республике в среднем повышение цен составляет 1,4%. В результате мониторинга завышение предельно допустимых розничных надбавок не выявлено.